Всем привет, ребят. Приехал и решил записать вам видосик, чтобы вы видели, какой шанс на сегодня под сегодняшнего коллекционера, который, как по мне, один из топовых, потому что бездонатные игроки, которые копили самоцветы, имеют шанс получить вольта, и, в принципе, это очень круто. Надо только 20 студеных рыцарей, также талантик раскол. Плюс сет исцеления, я считаю, это очень круто. Но если Вальку еще и можно получить скин, ну, то такое уже второстепенное. На Вальку, по-моему, скин нам и так давали. Но самое основное, то, что можно получить Вольта, и это реально круто. Тут уже красавчики. AGG, хоть что-то сделали на русском сервере. В общем, поехали, будем пробовать выбить. Посмотрим, сколько надо попыток, шансов. То есть мне, по сути, он не нужен. Я покажу вам, сколько примерно нужно слизней. Если вы помните прошлого коллекционера, там в районе 50к можно было собрать только слизни. Не знаю, как сейчас. Многие пишут, что до 40 собирали, но говорят, очень все проблемно. Так, это что у нас? Это у нас награда пришла. Так, в общем, поехали. Сейчас у меня почти 3 600. Поехали, попробуем вытащить без донатного вольта. Так, первый есть одержимый, друид, асура, фея, паладин, стрелок. Ну, ребят, это у меня такой аккаунт, поэтому не удивляйтесь. Варлок призрачный. Думаю, столько легенд вы еще не видели за пару кликов начала. Ну, соответственно, с вас лайкосик за такой роллинг. Так, окей, поехали дальше. Сбился я со счета. Второй, по-моему. Суккуб. Фараон. Три уже. Три я уже выбил. Поехали. Повелитель бури. Влад Дракула. Капитан Дрейк. Чё, как вам? Как вам роллинг? Так, ну что-то студёные очень фигово падают. Вот видите. Капитан Рогатка. Вот так вот. Ну, жесткий роллинг. Варлок еще один. Бог Грома. А эктоплазмы, как видите, не особо падают. Так, королева гарпий. Еще один повелитель бури. Уже около 30к улетело. Хранитель. Фрея, ребят. Ну, все как обычно по высшему классу. Не знаю, как там будет роллинги на аккаунтах вечерних. Ролить я буду вечером, тех, кто кидали заявочки. Ролить от 40-50. Сначала буду заявки свыше 50 разбирать. Потом будет время, дойду до тех, у кого меньше. Поэтому терпение, либо сами рольте. Ну, как видите, 40к вот мы потратили. Практически 40к. 12 штук. Ребят, всего лишь 12. Ну, конечно, я имба героев себе выбил. Дракос, друид Кенди, Бигфут. Жесткий роллинг. Ну, я смотрю, конечно, все печально со студенными. Также, если вы смотрите данный видосик, думаю сделать конкурс на Огнекрыло к концу месяца. Если да, плюсуйте в видосе, пишите условия. Ну, я думаю, как обычно, репостик. И, скорее всего, подключим вторую рубрику, точнее, следующий мой аккаунт на US, который я качаю. Будет все связано с ним. У нас есть еще месяц целый, поэтому пишите свои предложения в комментах. Ну, как видите, Ронин 70к почти. Ребят, 70к, всего лишь 15. То, о чем я вам говорил, что не особо он бесплатный. Еще одна Фрея.
Может, кому-то больше повезет. Ну, конечно, рандомчик, но мой аккаунт в среднем всегда показывал где-то плюс-минус реальные шансы. Конечно, бывают исключения, но Атланта даже выбили. Ну вот посмотрите, просто эктоплазмы. Бог грома. Девятнадцать. Почти 80 тысяч. Вот, 20. Итого, что мы имеем, у меня было 98, где-то 77 тысяч, ребят, где-то так. Это немало. Но это Верникова. Бульдозера. Вальку только не выбили, но собрали Вольта. Вот так вот. Вальку, конечно, не достали. Я не буду ее даже доставать, как бы у меня цели нету, но... Как видите, я считаю, это очень неплохой шанс получить Вольта, потому что на русском сервере, к сожалению, вы его больше никак не получите. Он у нас и стоит недешево. Возможно, думаю, он ближе к Новому году, как и Огнекрыл, уже подешевел, он тоже подешевеет. И у нас будет больше возможность, точнее не у нас, а у вас будет больше возможность получить этого героя. Да, герой уже старенький, но во многих локациях он еще востребован, тем более для бездоната. Я считаю, это очень неплохой вариант. Так, смотрим, что там у нас интересного еще есть. Ну, талантик раскол, по расколу тоже видосик вам запишу. Бегал на архидемона, тестировал, интересный талант. Можно рунами собрать, можно так, но разные шансы. Я пока до конца не тестировал, поэтому не хочу вам писать от фонаря видос, рассказывать. Талантик чисто под архидемона, сразу говорю. Особо его там не ставьте, там многие пишут на Огнекрыла, на Фрейю. Это не то. Это немножко, ребята, не то. Так. Что у меня там по плюшкам делается? Четвертый, третий. Конечно, мой основной аккаунт, что больше всего... Скажем так, удивляет, у меня на английском сервере за неделю аккаунт круче с плюшками, чем у меня снова за там 2,5 или 3 года, сколько я играю. Вот так вот, то есть там и доната там десятки раз меньше. Самое интересное, то есть тут ничего не сделаешь, это конечно, ну там тестовый сервачок у меня будет. Так, а что, я все коробки потратил? А нет, еще осталась одна. Так, замедление из коробочки нам упадет. Стойкость. Ну, такое себе. Так. Бога грома закрыли. Что на рынке? А, у нас также сегодня вот есть трать с выгодой. В принципе, неплохо. Видите, практически все собрал. Ну, сейчас точно и посмотрим, сколько потратили. 77 400. То есть, вот такая вот... Ну, тут нету смысла это даже беспонтово дособирать. Так, хранитель. Хранитель у меня, по-моему, на максималке. Даже по скинам, блин, твинк уже обогнал основу. Это просто жесть. Это смешно. Да, уже десятка. Что-то печально в последнее время с акциями на русском сервере. Так, получить. Камень агментации, карточка. Вот я не знаю, какие правила сделать. Вот кто фанаты, кто смотрит видосы до конца, вот я думаю, вариант либо открыть карты, угадать число. Вариант либо достать там, не знаю, ну, варианты на число, либо просто рандомно выбирать среди комментариев, там, выполнив условия. То есть и там, в принципе, рандом, но я вот не знаю. Делать шанс там, угадать число, думаю, это будет занимать очень много времени, нереально будет. А вот оставить коммент и рандомно выиграть, как мы это делали в прошлые разы, думаю, интересно. И также дополнительно там еженедельные призы какие-то разыграть.
Ну, короче, вот так вот, ребят. 70... 7400. Реальная цена, это то, что у меня получилось. Конечно, у некоторых, возможно, будет меньше, но вы видели, каких я героев достал, то есть... А их тут сейчас не видно. Ну, рогатку достали, Асуру, две Фреи, два Повелителя там или сколько, Бигфут был, то есть, ну, Стрелок, Ронин, нам, наверное, только Анубиса не хватало. В общем, роллинг неплохой получился, то есть шансы выпадения сейчас реально крутые. Я бы так сказал. Ну, конечно, это 70 тысяч само. Все, пишите комменты, подписывайтесь, жду комментариев, лайки всегда. Всегда и везде смотрите второй аккаунт на USK, там интересные вещи, интересные тесты. Все, всем удачи, всем пока.